о нашем бытии. Куда чаще всего ходит наш человек? К чертям собачьим, к свиням, вон отсюда регулярно заходит завтра. Что он не понимает? Что нечего сюда свою справку совать? Что этого лекарства нет, потому что лекарство помогает всем, значит, оно дефицитно, значит, были злоупотребления, значит, злоупотребления причины, значит, лекарства нет. Что он не в состоянии понять? Почему наведение порядка иногда кончается беспорядком, переходящим в наведение порядка, переходящим в беспорядок, переходящим в наведение порядка? Что он не хочет понять? Что он здесь не один, что здесь люди заняты, что такие ошибки в порядке вещей, что в больнице тоже люди и там тоже дует, а плотник один, что это возрастное, поэтому чего же лечить, когда это возрастное, так чего же лечить, когда это возрастное, чего же лечить?